Что такое роза? Учитель у своих учеников спросил: «Скажите, что такое роза?» Цветок красивый по рукам пустил, шипами нежный, как мимоза. Ученики, передавав из рук цветок, о нем все приступили рассуждать, пока один, не излучив любви поток, сказал: «Я не могу об этом знать, в улыбке этой благоухание было розы, величие прекрасного цветка». И мастер улыбнулся тоже, ведь душу понял он ученика, и роза, словно бы почуяв это, раскрылась, и живой огонь возник. Жизнь – семени большая эстафета, в ней роза возникает каждый миг. Thank you.